Ну а 7 марта в Красноярском дворце спорта имени Ивана Ярыгина стартуют всероссийские международные соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок». В течение 3 дней спортсменки со всей страны будут бороться за право называться лучшими. Участвовать будут около 500 девушек из 25 регионов страны, от Приморского края до Республики Адыгея. Ожидается участие звездных гимнасток, членов спортивной сборной команды России, а также титулованных спортсменок из Кореи и Азии. Они будут демонстрировать свои навыки вне медального зачета. Весенний кубок – это мастерские соревнования, а значит, его победительницы смогут претендовать на новое спортивное звание. Организаторы отмечают, что красноярская площадка пользуется большой популярностью спортсменов, так как здесь традиционно отличная организация и высокий уровень судейства. Весенний кубок будет длиться в течение 3 дней. Билеты на соревнования можно приобрести в кассах Дворца спорта. И завершится турнир 9 марта большим гала-концертом. Кульминация всех этих 3 дней – это гала-концерт. Гала-концерт, в котором принимут участие как звезды художественной гимнастики, так и учащиеся детско-юношеской спортивной школы нашей красноярской и девочки, которые занимаются в спортивных клубах, то есть порядка 150 человек. И это очень большое, красочное, прямо очень, я бы сказала, крутое действие, рассчитанное на 1,5-2 часа.